Памятный знак в честь присвоения скверу имени героя Советского Союза Евграфа Рыжова был установлен в 2004 году. На протяжении последних 7 лет рядом с ним проводят митинги памяти. Ежегодное мероприятие организуют сотрудники Ленинской районной администрации. Мы ежегодно в преддверии празднования Дня Победы приходим сюда. И ветераны, и студенческая молодежь, и учащаяся молодежь. И чтим память героя-летчика Рыжова Евграфа Михайловича. И вспоминаем о погибших героях Великой Отечественной войны. В начале Великой Отечественной войны 25 июля 1941 года Рыжов первым в военно-воздушных силах Черноморского флота решился на таран. К этому подвигу, как и сотням подобных, ветераны относятся с трепетом. Решительность и самопожертвования в годы войны стали массовыми, но такие, как Евграф Рыжов, показывали пример другим. Это прежде всего люди высокой чести, морали и совести. И огромного героизма. Они знали, когда шли в бой, что они защищают, кого они защищают. И что нужно обязательно вернуться с победой. И лозунг был какой? Победа и ни шагу назад. Подобные примеры незаменимы для патриотического воспитания молодежи, уверены ветераны. Они считают, детям необходимо рассказывать о подвигах предков. Рыжов был первым человеком, который использовал воздушный таран в морской авиации. Этот человек приблизил нашу победу. Он не побоялся протаранить другой самолет. Это был первый воздушный таран на Черном море. Именно ученики политехнического лицея в этом году и провели митинг памяти героя Советского Союза Евграфа Рыжова. Владимир Сорокин, Денис Корвель. Программа «Наше время».